Еще в романе «12 стульев» Илья Ильф и Евгений Петров утверждали, что статистика знает все. С тех пор мало что изменилось, и та же статистика, но уже весной нынешнего года зафиксировала, что интерес наших граждан к путешествиям по России возрос на треть в сравнении с тем же периодом прошлого года. Среди городов юга России, столица Северокавказского федерального округа, город-курорт Пятигорск, остается лидером среди мест, которые выбирают россияне для активного отдыха и для путешествий с детьми. Это конкретный результат той колоссальной работы, которая проведена по приведению в порядок историко-культурных объектов и парков города, в том числе и благодаря курортному сбору. Немалая заслуга принадлежит и туристско-информационному центру Пятигорска, который постоянно ищет новые формы работы с туристами и отдыхающими на нашем курорте. Одна из них – бесплатные экскурсии по городу для жителей и гостей Пятигорска, которые проводятся каждую субботу. Традиционно экскурсия начинается в старейшем парке региона – парке «Цветник», который сам по себе часть истории Пятигорска. Опытный гид подробно расскажет о каждом архитектурном или историческом памятнике, будь то знаменитая Лермонтовская галерея, грот Дианы или Лермонтовские ванны. Двигаясь по Нагорному парку, вы сможете сфотографироваться на фоне символа Пятигорска – бронзового орла, символизирующего победу над болезнями. А из-под крыши китайской беседки полюбуйтесь панорамой города и знаменитой Горячеводской долины, прародительницы всего Пятигорска. Несколько минут пути, и вы у знаменитой академической в прошлом Елизаветинской галереи. Ее история – это история своеобразной архитектуры, неразрывно связанной с именем Самуэля Уптона, одного из талантливейших архитекторов, работавших в регионе Кавминвод. Еще одна достопримечательность Пятигорска – грот Лермонтова, который описан в первом русском психологическом романе «Герой нашего времени». Двигаясь теперь уже по территории Эммануэлевского парка, вы познакомитесь со скульптурами, которые иллюстрируют составные части знаменитого лермонтовского романа «Белла, княжна Мэри, Максим Максимыч». На самой высокой точке Эммануэлевского парка расположена легендарная беседка «Иолова арфа» – творение рук первых архитекторов Пятигорска, швейцарцев, братьев Бернардацци. Этот архитектурный шедевр датирован 1831 годом и тоже стал местом действия романа «Герой нашего времени». Завершается экскурсия поистине щедрым подарком. Это бесплатный, как и экскурсия в целом, подъем по знаменитой канатной дороге на вершину горы Машук. С разных площадок здесь открывается вид на Пятигорск и практически все горы-локалиты региона Кавказских минеральных вод. 18 лет назад я уехала из своего любимого города в Москву. Но всегда скучала очень. А сейчас такой момент, когда я вдохнула, как будто побывала в своей молодости. Любимый, красивый, очень запоминающийся город, ни с кем и ни с чем не сравнимый. Спасибо большое экскурсии. Экскурсию, которую мы сегодня посетили, она включала в себя посещение самых, наверное, главных достопримечательностей Пятигорска. Ну, не всех, конечно, но в большем своем количестве. Это и китайская беседка, и Олова арфа, и много других прекрасных мест. И плюс, вот мы закончили тем, что нам предложили совершенно бесплатно подняться на гору Машук и прям буквально всей нашей экскурсии получить удовольствие от видов этого шикарного нашего любимого родного города. Мне очень понравилась эта экскурсия, очень интересно, и я узнал много о своем городе, где я живу. Очень понравилось. И сами ходим эти маршруты, много раз уже были. Вот, но тем не менее, мы счастливы, очень здорово. Спасибо организаторам за такую возможность. Пятигорск очень событийный город. Кавминводы в этом плане в последнее время сильно добавили. Есть куда пойти, что-то увидеть. Кто-то постоянно что-то организовывает, и не обязательно это платно. Это очень здорово. Несмотря на свою краткость, новая обзорная экскурсия, организуемая туристско-информационным центром, позволит гостям и жителям Пятигорска познакомиться с необыкновенной природой, историей и культурой старейшего города юга России –